Группировка войск российских вооруженных сил ведет боевые действия за овладение населенными пунктами Новомихайловка и Новобахмутовка. Наносит огневое поражение противнику в опорных пунктах и по его резерву. В течение дня 25 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» уничтожен склад с боеприпасами и вооружением в районе населенного пункта Великие Коровницы Житомирской области. Также высокоточной крылатой ракетой «Оникс» уничтожена база горючего в районе Николаева, с которой осуществлялось снабжение топливом группировки ВСУ в южной части Украины. За сутки оперативно-тактической и армейской авиации поражено 117 военных объектов Украины. Среди них 6 командных пунктов, 3 установки реактивных систем залпового огня, 1 зенитно-ракетный комплекс С-300, 9 складов с вооружением и боеприпасами, 2 с ГСМ, а также 92 опорных пункта подразделений ВСУ, националистических батальонов и района сосредоточения боевой техники. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе над населенным пунктом Вишневое 3 украинских самолета, 2 Су-25 и 1 Су-24, а также 6 беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, уничтожена одна тактическая ракета комплекса «Точка-У» в районе населенного пункта Васильевка. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 267 беспилотных летательных аппаратов, 207 зенитных ракетных комплексов, 1618 танков и других боевых бронированных машин, 166 установок реактивных систем залпового огня, 662 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1453 единицы специальной военной автомобильной техники.